По случаю 30-летнего юбилея ОМВД сотрудники полиции получили новые служебные автомобили. В торжественной обстановке ключи от техники полицейским вручила глава администрации Жанна Белоцкая, заместитель начальника управления МВД России по Ямалу Сергей Евсеев и генерал-майор полиции в отставке Виктор Погорелый. Автопарк пополнился 12 машинами, они попали в ведение 5 служб. Деньги на покупку авто были выделены из местного и окружного бюджетов. Представитель из управления отметил, что к технике хоть и стоит относиться с должной бережностью, но бывают ситуации, когда об этом, напротив, стоит забыть. Если это будет касаться спасения жизни какого-то конкретного человека, вашей жизни, да не жалейте вы их. Мне искренне сегодня приятно и радостно. И хотелось бы, чтобы такие традиции у нас были не только в 30-летний юбилей, а ежегодно. Я думаю, что это подтверждение тому, что правительство, также округ и местные власти переживают и заботятся о том, чтобы безопасность дорожного движения, безопасность охраны общественного порядка была всегда обеспечена.